Храм новомучеников и исповедников российских в Заречье, посвященный тем, кто в 20 веке отдал свою жизнь за веру Христову, существует давно, но долгие годы он располагался в приспособленных помещениях. 6 лет назад началось строительство нового здания храма, да еще по проекту видного российского архитектора Андрея Анисимова. Визит благочинного церкви Одинцовского округа архимандрита Нестора посвящен этапному событию в жизни прихода – освящению главного купола и креста. За литургией благочинному служили настоятель храма священник Александр Коновалов и диакон Илья Есин, а также пел хор Зареченского храма. Нынешняя служба особенная. Она состоялась в неотапливаемом пока храме, согреваемом дыханием прихожан и газовыми обогревателями. Низкая температура – не препятствие и для самых юных прихожан, для которых этот храм стал домом. Самое важное – вы еще осознаете, что помимо того, что крест будет поднят, воздвижен над храмом, наконец-то крест будет воздвижен над самим поселком Заречье. Крест – хранитель вселенной. Крест – красота церкви. Крест – мученик славы. Наконец-то! Символ нашей победы, символ нашей радости, утверждения будет воздвигнут и над этим поселком. А если он воздвигнут, значит, вера наша, то, что мы победим еще раз и еще раз, подтверждает свою истину и свою силу. После литургии прихожане и священники совершили молебен перед новым куполом и крестом, ожидающим своего водружения над храмом, после чего его высота составит 33 метра. В будущем, когда купол появится и над колокольней, его высота составит 46 метров. Еще предстоят работы по внутренней и внешней отделке. Очертания храма выказывают его красоту, высокий архитектурный стиль. Возводится он не просто и не быстро, на народные деньги, силами прихожан. И царят здесь сплочение и взаимное уважение. Сегодня, конечно, это геройский день. Наш батюшка, я не знаю, это живой какой-то, ну, как даже назвать, не знаю, герой. Но каждый день он совершает большие подвиги для нас. И встает рано, и столько он дел делает. И, конечно, дай Бог ему здоровья и нашему храму долгих лет. Это, Господи, спаси, помоги нам совершить такое большое дело все вместе и батюшке в отдельности. Я, безусловно, считаю, что это лучшее место, где могут дети получить самое высшее духовное воспитание. Я соглашусь, просто еще хотелось бы добавить, что там, наверное, хорошо, когда дети вместе собираются, не только взрослые с детьми приходят, но и дети вместе обсуждают что-то и смотрят друг на друга. На территории храма планируется возведение просветительского центра с помещениями для воскресной школы, библиотеки, читального и актового залов и многого другого. Я благодарю Бога, что храм строится именно людьми. Я благодарю Бога, что каждый кирпичик построен потом, кровью, молитвой и трудом именно простых людей. Что касается подъема купола, то ему помешал усилившийся снегопад, хотя автокран пребывал в готовности. Однако где-то в дороге застряла специальная вышка. Прихожанам ничего не оставалось, как ожидать окончания снегопада и прибытия спецтехники. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцово».